Появление блокчейн-технологий сделало возможными децентрализованные платежные системы. В 1994 году Ник Сабо описал компьютерный протокол смарт-контракт, который на основе математических алгоритмов самостоятельно проводит сделки с полным контролем над их выполнением. Смарт-контракт без участия посредников обеспечивает исполнение сторонами условий контракта безопасный обмен деньгами, акциями и другими активами напрямую. Смарт-контракты используют многие криптовалюты, в отличие от NEM, где используется технология, в которой нет привычного смарт-контракта или децентрализованного приложения DApps.